Ее как занесло, она вылетела на встречку и подняла. После снегопада и заморозков вся проезжая часть на объездной дороге превратилась в сплошной каток. Тем не менее, большинство водителей не снижали скорость. Надеясь на шипованную резину, автомобилисты рисковали своей жизнью, желая поскорее проскочить опасный участок. По всей видимости, шофер «Хонды» также сильно торопился. Нет, нет, никто не подрезал. На встречку вылетел, заточил, наверное. Вот, смотрите, следы вот какие вот. На спуске иномарка наехала на высокий сугроб, ее тут же выбросило на встречную полосу прямо в лоб длинномеру. Ну, я хотел от удара уйти, а там уже бесполезно, здесь КамАЗ стоял, а ехал, то есть. Вот я... Так получилось. От сильного удара у грузовика вырвало колесо, а «Хонда» превратилась в груду искорёженного металла. В салоне сработали все подушки безопасности. Водителя зажало внутри. Спасателям МЧС пришлось немало потрудиться, чтобы извлечь пострадавшего. У вас стаж водительский большой? 12 лет. 12 лет? А как крупная авария, первая? Первая, но за все 12. Владельцы иномарки с многочисленными переломами увезли в больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как тяжелое.